Есть разговор. Ну, ясно. Он опять что-то натворил. Еще раз толкнешь, ноги вырву. Добро пожаловать в психовозку. Маккена. Небраска Уильямс. Это Койл. Это Линч. Мы наемники. За что попал? Вы все равно не поверите. Колись, чувак. Я повздорил с пришельцем. Начните его! Охереть! Он мне щитом похлеще нас! Что за хрень? Этот урод убил моих людей. Пришелец. Хищники используют слабости жертвы. Выслеживают ее. Это как игра для них. И она им нравится. Это не хищник, это скорее охотник. Мы проголосовали. Хищник круче, да? Да. Вот так. У вас есть план? Бывший снайпер-псих и команда полоумных? Вы чокнутые, да? Да! Господа, они огромные. Они быстрые. И отрывать вам бошки для них, как аттракцион. Я, кажется, понял. Мы все сдохнем. Это я так, к слову. Он у нас охотник. И собачек прихватил. Хищник. В кино с 13 сентября. Мы хотим знать, кто ты. Тебя никто не знает. В файлах только имя Лукас. Ты вышибала, и ты избил одного беднягу до смерти. Чего вы хотите? Чтобы ты работал на нас. Все просто. Стоишь на ногах, работа твоя. Заступаешь в пятницу. Ты делаешь все, что тебе скажут. Как их верный пес. А твоя дочка? С кем она, пока ты на работе? Кто тебя разукрасил? Так, один парень. Хочешь знать, что я сказал, когда увидел тебя впервые? На этом парне нет живого места, но он все равно выживет. Не смей сдаваться, ты нам нужен. Нужен своей дочери. Прикоснешься к моей девочке, убью. О возмездии думаешь? Где Роберт? Где твой супруг? Не знаю. Такие мысли душу рвут. Где твой брат? Нет! Они же служат оружием. От режиссера любой ценой. Не буду ни бежать, ни укрываться. Власть — это решение. И какой бы курс ты для себя не выбрал, я буду рядом, супруг мой. Шотландия будет единой. Основано на реальных событиях. Роберт Брюс приступил закон. Любой, кто предоставит кровь ему или его приспешникам, будет казнен без суда. Народ жаждет справедливости. Я служу Роберту Брюсу! Освободим наши земли! В ноябре. Нас 50 против сильнейшего.